Пожалуйста, я прошу вас, отпустите меня.
Твою мать! Это еще откуда? Ух ты! Прямо как мостик капитана космоса! Я знаю, Сома! Ты стой тут! Мистер Эллиот, вам сюда! Олсен, ты будешь бубенчиком, мартышкой с луны! А я буду управлять лучом смерти! Это мартышка с луны! Я держу их корабль на прицеле! Можешь палить! Делать такое. Я вижу Черт! Они пробили ядро, и у нас больше нет тока. Поищи какую-нибудь кнопку или еще что-то, чтобы запустить генератор. У меня много дел, дорогуша. Что ты слышала, Салли? Вроде получается, так что продолжай в том же духе. Сэйдж, давайте, уроды! Или ты кры? Сыщава! Самурай! Утонул ему! Да это же самурай! Надо его впустить! Ладно. Пустите китаёзу. Если начнется заварушка, он пригодится. Вообще-то, по-моему, он из Японии. Ну ладно. Будьте добры. Живо! Щиты вместе с Эллиотом. 70%. Надо поторопиться. Астронавт Салли, к несению службы готова! Эй-гей-гей! Мы победили! У меня даже сомнений не было, что мы справимся! Ты даже круче, чем капитан Космос! Я знаю. Если что, обращайся. Думаю, я тут задержусь на какое-то время. Вниз мне что-то совсем не хочется, а корабль еще не весь обследован. Много чего осталось. Я тебе вот что скажу. Если мне попадется что-то интересное, я тебе это принесу. Хочешь? До скорого! Мы это сделали! Мы это сделали! О, черт, глазам своим не верю! Кто бы мог подумать, что у нас получится? Ты круче всех, реально круче всех. Если бы не ты, мне бы точно крышка. Спасибо тебе. Ой, да ладно, мы оба знаем, как оно на самом деле.
Я не знаю, внизу у меня совсем ничего не осталось. И кажется, мне там не очень понравится. Думаю, я лучше останусь тут на какое-то время. Может, смогу разобраться в этой технике. Очень надеюсь, что нет. Но теперь мы хоть знаем, как с ними обращаться, верно? Я никуда отсюда не денусь. Что я могу для вас сделать, господин космический суперкапитан? Если где-то в космосе еще остались их друзья, теперь они как следует подумают, прежде чем к нам соваться. А у тебя теперь, похоже, есть собственный космический корабль. Точнее, то, что от него осталось. Поздравляю! Ну да, если бы не я, сидеть бы тебе до сих пор в камере. Или над тобой бы опыты ставили. Ты у меня круто в долгу. Попробую начать новую жизнь. Вернусь на пустоши с новыми игрушками. Буду выбивать себе место под солнцем. Силой, если понадобится. Вряд ли мы еще встретимся. Так что я тебе сейчас скажу спасибо. Да, можно сказать и так. Повторять такое мне бы не хотелось. Конечно. Мне показалось, что нужно тебе об этом сказать. Кажется, кто-то во время боя нажал на кнопку. Насколько я могу судить по данным на экране, мы запустили к поверхности маячок. Куда-то в район Вашингтона. Может, это не имеет значения, но, конечно, это не точно. И все же мне кажется, что так можно попасть на Землю. В капитанской каюте, кажется, есть телепорт. В смысле, теперь это твоя каюта, конечно. Так что, если хочешь, можешь отправляться домой. Не волнуйся, я тут за всем пригляжу. Ну? Вот. Зря болтать я не люблю, так что к делу. Я перед тобой в долгу. Если бы не ты, мне бы точно крышка. А теперь извини, пойду искать, как отсюда убраться. Да? Извини, но это не игра. Моя жизнь кончена навсегда. Ее больше нет. Прости, но мне как-то не до веселья. Ладно. Добро пожаловать на борт.
Эй, привет! В чем дело?
Иди себе на пустоши. Ближе не подходи. Какого черта ты тут бродишь? Любопытство бывает смертельно для жителя пустошей. Я тебя впущу, но сначала потолкуешь с мистером Уокером. Давай за мной. Да, и держись подальше от ступенек мемориала. У них приказ стрелять в любого, кто слишком приблизится. На грязной тропинке безопасней. Так, кто тут у нас? Я Лерой Уокер. А тебе, наверное, интересно, что мы здесь делаем. А ты соображаешь. Мы из Парадис Фоллс. Охотимся за беглыми рабами. Не попадались по дороге? Не весело. Знаешь, ты, похоже, из тех жителей пустошей, которые ищут работу. Мне нужен кто-то, чтобы добыть кое-что из-под руин неподалеку. Берешься? Это музей сразу за монументом Вашингтона. Мне просто интересны вещи, связанные с Авраамом Линкольном. Принеси мне все, что найдешь. Да, только не пытайся войти в мемориал. У охраны приказ стрелять без предупреждения. Не хочу, чтобы рабы использовали эти вещи для бунта или чего-то такого. Так что мы все это сжем. Удачи в музее! Принеси мне что-нибудь, и я дам тебе поближе взглянуть на мемориал. Давай побыстрее, у меня много дел. Когда они подходят слишком близко, их приходится убивать. Отличная тренировка по стрельбе. Пока.
Ну? Нашлись в музее какие-нибудь вещи, связанные с Линкольном? Думаю, я дам тебе 10 крышек. Не слишком вдохновляет, а? Ну ладно же, Дюга. Я найду кого-нибудь, чтобы это сожгли. Похоже, у тебя котелок варит. У меня есть к тебе предложение. Я ищу беглых рабов. Плачу 100 крышек за сведения об их вожде Ганнибале Хэмлине. Устраивает? Очень оригинально. Ладно, я, кажется, должен тебе немного крышек. Я бы не хотел, чтобы его нашли аболиционисты. 100 крышек устроит? Ты же знаешь, что больше никто его не купит. Ну ты и жадина. Ладно, договорились. Как приятно будет это сжечь. Рабы по всем пустошам заговорили о Линкольне и о его великой войне за освобождение рабов. Нельзя позволить им думать, что они достойны свободы. Так что я жгу все, что имеет отношение к этому Эйбу Линкольну. Конечно! Сайлос скажет им, что тебе разрешили. Да? Что-то еще? Заходи. Не сейчас. Поговорим после нападения работорговцев. Мы выяснили, что работорговцы намерены атаковать. Нам очень пригодится твоя помощь в бою. У тебя есть снимок? О, да еще и такой большой. Для меня не проблема восстановить мемориал по этому фото. Спасибо.
А ты лучше, чем мне показалось. Большинство людей с пустошей не согласились бы помочь нам. Все готово? В это трудно поверить. Мы наконец-то готовы осуществить нашу мечту. Начинаем через час. Встретим тебя на месте. А, это наш новый брат. Чем могу помочь? Такая маленькая вещица, а я дам тебе за нее целых 10 крышек. У нас и так почти ничего нет. Да будет так. Мы немедленно поместим это в святилище. Что? Это же катастрофа! Мои люди не воины, но мы все предпочтем умереть свободными, чем жить рабами. Наши планы должны развиваться. Когда доберемся до мемориала, тогда и атакуем. Буду благодарен, если ты пойдешь с нами. Да хранит тебя дух великого Линкольна. Вашу мать! Вашу мать! Нет!
Ты держишь свое слово. Тебя всегда рады в храме единения. Прими эти чертежи в знак нашей благодарности. До скорого. Что такое, а? Боишься ли ты собственной крови? Большая честь для меня видеть вас снова, сэр. Так приятно снова видеть тебя. Ты снова к нам в гости. Как мило. Благодаря тебе мы отстраиваем мемориал.